Релиз дополнения «Финальная форма» перенесли с февраля 2024 года на июнь, а в Bungie проходят массовые увольнения сотрудников. Сегодня начинаем видео с такого вот позитивного заголовка. Тяжело. Тяжело. Информация об этом появилась еще вчера вечером в Твиттере, но я ждал каких-то официальных заявлений, думал, что вот-вот выйдет статья на сайте Bungie, но ничего не последовало, кроме вот этого твита от CEO студии Пита Парсонса, в котором он, ну, фактически просто подтвердил, что да, мы прощаемся со многими классными сотрудниками, к сожалению, желает им удачи и, в общем-то, высказывает такие формальные слова поддержки уходящим коллегам. А тем временем, со вчерашнего вечера в Твиттере появляется все больше и больше сообщений от уже бывших сотрудников студии Bungie, в которых они говорят, что больше не работают над проектами Destiny и Marathon, благодарят своих коллег, благодарят за опыт и время, проведенное в работе над проектами мечты для многих. Это и ребята из отдела комьюнити менеджмента, из social отдела, например, Гриффин Беннет, руководитель social отдела, вообще в Bungie ушел внезапно. Маркетинг, паблишинг, арт, QA, да кто только не уходит. Но больше всего, наверное, удивляет, когда увольняют сотрудников, отдавших студии просто много-много-много лет. И среди этого выделяется, конечно же, композитор Майкл Сальватори, который работал над всей музыкой в серии Destiny и вообще в студии Bungie со времен Halo 2. Вот, ну серьезно, если бы не музыка Майкла, у нас не было бы столько теплых воспоминаний именно об атмосфере игры, потому что музыка огромную роль в этом играет. Узнаваемые саундтреки из The Taken King или колыбельная из рейда «Склеп глубокого камня». Его композиция в соавторстве с Полом Маккартни для первой части. В общем, он написал тонну просто удивительно выдающейся музыки среди в целом индустрии, что уход такого титана очень заметен будет и для студии, и если он вдруг решит больше не заниматься музыкой для игр и для всей индустрии тоже. Дату следующей игры от студии Bungie, Marathon, ранее нам не сообщали, нам просто показывали трейлер, немного делились дневниками разработчиков, ну, вы помните, мы это обсуждали. Так вот, сейчас в ходе вот этих всех событий стало известно, что и этот шутер перенесли, и теперь он поставлен на 2025 год. Это все инфа от инсайдера небезызвестного Джейсона Шрайера, не доверять мнению которого в принципе оснований нет, особенно после того, как и Пит Парсонс подтвердил, что сейчас много сотрудников уходит, да и знаете, на какой-то хэллоуинский ужасный флешмоб это мало похоже. Шрайер много раз как раз писал о массовых сокращениях в индустрии, которых за прошедшие, наверное, года полтора встречалось немало. Из самых крупных за последнее время, пожалуй, вспоминается Epic Games, вот, наверное, месяца два назад буквально. О причинах таких сокращений остается зачастую гадать не только игрокам, не только фанатам студий, из которых уходят ключевые сотрудники, но и самим сотрудникам не всегда объясняют, почему это происходит. Кстати, книга Джейсона Шрайера «Нажми ресет» как раз рассказывает об этом. Я очень рекомендую почитать, если кому-то вот интересны вот эти страсти индустрии, о том, как сокращают целые отделы или закрывают целые студии даже после успешных проектов. О причинах, как я начал говорить, нам остается, да, только гадать, их нам никто не сообщит, не раскроет. Зачастую такие массовые увольнения сотрудников из IT-корпораций, из игровых студий списывают на постковидный такой эффект, потому что во время пандемии начали играть в игры много людей, которые даже в игры раньше и не играли, постоянные игроки больше стали проводить времени дома, и студии должны были расти, должны были удовлетворять возросший в несколько раз спрос, набирали множество сотрудников, увеличивали свои аппетиты и бюджеты, а сейчас, когда все возвращается в норму в рынке, получается вот такая картина, что многие отделы сокращают. В этом причина или нет, судить сложно, опять-таки это не объясняет увольнение сотрудников с десятилетним и больше стажем работы в студии. Как можно объяснить увольнение джунов, которых только-только набрали? Окей, ковидом, но Майкл Сальватори, который писал музыку для всех проектов студии, которую можно слушать в отрыве от игры, ну, камон, это не похоже на то объяснение, правда?
Кроме этого, многие подозревают, и скорее всего так и есть, что здесь замешана Sony. Сделка с Bungie и Sony Entertainment прошла в прошлом году, кажется, если ничего не путаю, когда Sony купили Bungie. И без последствий, как мы видим, не обошлось. Какие-то подвижки, какие-то изменения, видимо, в глобальной стратегии видов на то, чем будет заниматься студия под крылом Sony, вносят свои вот такие мрачные коррективы. Либо еще одной причиной можно назвать нехватку бюджета. Нет, Destiny сейчас супер успешная франшиза, они правда зарабатывают достаточно ревеню, там в порядке, все хорошо, несмотря на то, как сильно кор и аудиторию слушаем о том, какая игра плохая и мертвая, и делать в ней нечего, но на самом деле большинство игроков довольны, и я это опять-таки много раз на канале проговаривал, это понятно, и все-таки многие решения студии за последние месяцы выглядят как просто увеличение костов, повышение цены на боевой пропуск, увеличение числа каких-то донатных косметических предметов, дополнения стали стоить дороже. Мы видим, что ценники растут, и это, ну, просто так никто не будет делать. Видимо, есть какая-то нехватка бюджета, и опять-таки, чтобы этот бюджет сократить, сокращают и сотрудников. Плюс нельзя не брать во внимание, что после финальной формы Destiny потеряет довольно много аудитории. Никому не будет сюрпризом услышать, что многие игроки целятся на то, что доходят до финальной формы, а потом прощаются с франшизой и больше в Destiny так сильно не залипают. Об этом говорят ютуберы, об этом говорил я, об этом говорит каждый буквально второй игрок, если не чаще. Можно почитать комментарии в любом паблике, в любом чате, и очень многие ребята говорят о том, что просто ждут финальной формы. Теперь ждать придется чуть подольше, ждать надо будет до лета следующего года. Лето вообще довольно мертвый период для индустрии опять-таки, поэтому релиз дополнения в июне довольно рискованный, опять же, для студии шаг. Странно, что они выбрали именно этот месяц. С другой стороны, у нас появляется еще и такая объемная дыра в несколько месяцев. Мы сейчас готовимся к тому, что выйдет последний сезон в Destiny 2. Да, следующий сезон, который как раз-таки должен был бы вот начаться через сколько там, месяц, должен был стать последним в ее истории, потому что после финальной формы, по идее, у нас должны были появиться не сезоны, а эпизоды, как они их назвали. Так вот, сейчас непонятно, как Bungie будут закрывать эту дыру по контенту до июня. У нас следующий сезон, допустим, да, до февраля, но потом у нас февраль, март, апрель, май, нужно чем-то занимать. И это срок на еще один нормальный такой сезон, который нельзя будет закрыть просто ивентами в духе Железного Знамени и Осириса для того, чтобы удержать аудиторию. Либо, не удивлюсь, если не будет ничего особенно яркого сделано, потому что переносы уже случались, и Shadowkeep переносили, и Beyond Light переносили, много какие дополнения переносили, по-моему, только Lightfall, как раз конец света, вот, не перенесли. А так, ну, такая участь ждала очень многие дополнения к Destiny, и как-то всегда выкручивались. Посмотрим, что будет в этот раз. Destiny, конечно, никто не закрывает, это очень странные догадки, я встречал даже такие в Твиттере, многие писали о том, что ну вот, столько людей ушло, значит и проект не за горами, как закроют. Да нет, проект никто не закроет, он, это дойная корова, он очень прибыльный, один из, наверное, ключевых пунктов, почему Sony решились на сделку с Bungie и купили их, потому что Sony нужны студии, которые умеют делать хорошие лайв-сервис игры, а Bungie, как бы не хотелось хейтерам, одна из таких студий, если не ключевая. Просто, да, из студии ушло так много ключевых сотрудников, что прежней Destiny уже не будет. Не будет Destiny такой, какой мы ее полюбили. Для многих она уже давно не такая. Ну и после финальной формы, вероятно, ее образ будет меняться еще сильней. На итоговый вид дополнения финальная форма, эти увольнения, которые мы сегодня обсуждаем, сильно не повлияют, потому что все же контент уже наполовину готов, нам уже презентовали его в каком-то сжатом виде на прошлой презентации. Но вот что будет дальше, что будет с этими самыми эпизодами, это в руках будет новых сотрудников, новой этой стратегии, которую нам представят когда? Видимо, только уже в следующем году, возможно, как раз-таки в феврале проведут какую-то презентацию, может, посмотрим. На самом деле, сейчас новостей больше нет, и грустно, что нет этих заявлений. Ждем, продолжаем следить. Чтобы не пропустить новости, подписывайтесь на мою телегу. Туда я пишу не так часто, не каждый день, не спамлю, но вот такие вот
ключевые вещи обязательно там появляются, и мы с вами их обсуждаем. Счастливо!